Первое, что я сделаю, обрызгаю все водичкой. Вы же думаете, техники это все так просто. А на самом деле все это не просто. Это вопрос всегда об энергии. Заберут у вас ее, либо вам ее отдадут. В современном мире, к сожалению, история об энергии, о ценности играет первостепенное значение. Когда вам говорят о шаманизме, да, когда вам говорят о городском шаманизме, да, на самом деле вам говорят о ценностях, о том, что есть в вас. Данная практика подойдет не всем, потому что большинство из вас даже не понимает, на чем основана эта практика и для кого она подходит. Именно поэтому нужно уделять внимание своей ценности. Ценность и есть ваш шаманизм, ценность и есть волшебство, ценность и есть магия. Когда люди рассказывают истории, что они хотят любить друг друга, хотят ненавидеть и прочие вещи, да, то есть они обманывают друг друга. Моя практика показывает, что в большинстве случаев люди используют наносные знания, не подходящие им конкретно. А все из-за того, что поменялось время. Раньше было обобщенное знание. Посмотрите, как сейчас выступают коучи разные. Они бросают вас обобщенное знание. Знание, как будто не знает все о женщине. Знание, как будто не знает все о мужчине. Но сейчас это не работает. Сейчас работает только индивидуальное знание. И если вам рассказывают не о вас, а в общем, это не истинное знание. Это то, что вы должны сейчас хорошо понимать. Если вы не понимаете, вы идете в блуждание. Просто вы блуждаете. И к цели вы никогда не придете. Цель – обретение себя. Человек должен обрести себя. Сейчас в мире идут, они, в принципе, всегда шли, достаточно серьезные игры. Игры за душу, за дух, за тело и за разум. Это четыре вещи, в которых развивается человек. Но где развиваетесь конкретно вы? Вот вопрос. Это ключ. Сейчас я буду давать вам, в общем-то, ключи, используя которые вы сможете расшифровать практически всю свою жизнь. Итак, четыре направления, где развивается человек. Дух, душа, разум, тело. И важно знать, в каждом из этих направлений, кто главный, мужчина или женщина. Мы позже все равно придем к ценности, просто это предыстория, чтобы вы хорошо понимали, в каких условиях все это работает. Итак, дух. Дух – это прерогатива мужчин. В первую очередь, мужчина развивается в духе. Женщинам дух не подвластен. Только Бог, Вселенная, мир снисходит на мужчину, и мужчина тогда знает, как действовать. Мужчина в этом случае говорит не я, то есть о гордыне речь, а мы. Это говорит, что он работает с миром вместе. Женщине дух не подвластен, и она не может там, скажем, себя проявить. В полной мере. Речь идет о приоритетах, о высшем достижении. То есть женщина может в действии развиваться, то есть дух это и есть действие. Женщина может развиваться, но высшую ступень она никогда не достигнет. К сожалению. То есть это не ее удел, это удел мужчин. Дальше. Разум. Разум – прерогатива мужчины. Потому что высшая точка разума – это мудрость. Посмотрите на любых учителей, в том числе на суфийские притчи, которые являются мудростью земли. Там нет женщин, только мужчины, учителя мужчины. К чему я это сейчас говорю? Я говорю о том, что если вы хотите развиваться, в данном случае для женщин, в действии, вам нужен учитель-мужчина. Никакая женщина не заставит вас и не научит действовать. Она может сказать вам лайфхаки какие-то. Но глобально она никогда это не научит. Итак, смотрите, а женщина, то же самое и о разуме. В принципе, да, я понимаю некоторые скептические улыбки, да, то есть, но если говорить по фактам, поверьте, практика говорит об обратном. Женщины не мудрые. Премудрые, там, ловкие, там, умны, да, вопросов нет. Но мудрости, мудрость женщин недоступна. Какой бы логикой она ни обладала, каким бы видением ни обладала, это недоступно. Итак, мы переходим к душе. А вот тут женщина идет впереди мужчины. Душа мужчине практически недоступна. Это прерогатива женщины.
Душа, эмоции – это все о женщине. Она идет выше, мужчина идет ниже. И тело – то же самое. То есть простой женский оргазм, да, и мужской оргазм. Ну, это подтверждение моих слов. То есть женщина испытывает такую гамму эмоций, которую мужчина, в принципе, испытать не может. Поэтому тело – женщина. Соответственно, если вы хотите развивать тело, только женщина впереди, дальше идет мужчина. Я о чем говорю? Что просто вы понимали, как идет движение энергии. И вот теперь смотрите, когда, не понимая свою ценность, а ценность – это то качество, которое у человека очень сильно развито, и именно за ним приходят другие люди для правильного обмена, именно оно раскрывает, как будет работать все. Смотрите, многие утверждают о том, что женщина может поднять мужчину с колен. Это обобщенное знание. Вроде бы да, но не каждая способна это сделать. Только та, которая обладает телом, способным принять все то, что есть у мужчины. Если тело не способно принять, поднять с колен женщина не может. То же самое касается души. И если женщина может принять всю ту боль или все те, скажем, разочарования или все те поступки, которые делает мужчина, то есть она фактически оправдывает мужчину в его действиях. Так она дает ему возможность двигаться вперед. Но каждая ли женщина обладает душой? Нет. Многие могут утверждать о том, что все мы обладаем душой. Глупость. Просто не будьте в иллюзиях. Нету этого. И не было никогда. Это все обман. Большинство людей не обладает душой, либо ее теряет, либо ее разменивает на другие ценности. В том числе деньги, удовольствие, дополнительные эмоции. Их души нету. Так вот, смотрите. Ценность женщины заключается знать свое истинное качество. Нумерология как раз и позволяет это. И тогда женщина может в правильном направлении себя реализовать. Потому что многие женщины должны развиваться в действии. В большинстве случаев это янские женщины. То есть год вашего рождения скажет янская, инская, и, соответственно, это, грубо говоря, стратегия, которой надо пользоваться. Так вот, если женщина в действии находится, то есть она хочет развиваться в действии, то какие мужчины к ней обычно приходят? Только слабые. Это есть ответ, почему многие женщины утверждают, но часть женщин утверждает о том, что почему одни и те же слабые приходят, слабые. Потому что она не понимает свою ценность. Она может поднять мужчину в действие, заставить его действовать, а дальше он уходит выше. Потому что механизм такой, мужчина в действии выше всегда женщины. И он должен уходить выше. Но мужчина не потерпит потом такую женщину рядом с собой и будет от нее избавляться. Это то, что вот тоже необходимо знать. Это позволяет решать многие психологические вопросы, многие проблемы и тому подобное. Значит, теперь смотрите, многим женщинам надо развиваться в разуме. Ну, они хотят развиваться в разуме. Они ищут какие-то знания, какие-то, скажем так, техники, но к ним приходят мужчины слабые за тем, чтобы они подтянули мужчину дальше. И если женщина не понимает вот эту свою ценность, что она будет подтягивать мужчину, она не сможет правильно провести обмен. Я задаю большинству женщин, которые приходят на консультацию, вопрос, в чем ваша ценность? Ни одна не может сказать. Они интуитивно где-то догадываются, что-то такое говорят, но в большинстве случаев это такой мрак. Я могу поддерживать мужчину, деньги идут мне через мужчину и прочее. Я смотрю на нумерологию, ни денежного канала, ни энергии, ничего нет, ни мозгов нет. Но есть что-то другое. Понимаете, очень важно называть вещи своими именами. Тогда идет вот эта правильная осознанность. Осознанность дает силу. И идет, соответственно, хороший обмен. Когда идет хороший обмен, все получают по заслугам. Женщина тогда конвертирует свою ценность в то, что ей нужно. И отсюда один из выводов, что женщине очень важно заниматься самопознанием. И чем раньше она начнет заниматься,
тем быстрее она выйдет в самореализацию. У мужчины наоборот. Самореализация приведет его к самопознанию. Отсюда вывод, что когда женщина говорит, я сама, я там буду действовать, да, то есть она не понимает, что делает, и она идет в блуждание. Но даже не это самое важное. Возвращаемся к ценности. Очень часто после или во время разводов люди чувствуют себя использованными, неудовлетворенными достаточно и не получившими что-то. Они не отдают себе отчет. То есть они называют, мне чего-то не дали, того не дали, не того. Это говорит о том, что обмен совершен некорректно. Именно из-за того, что непонятна ценность. Люди не умеют конвертировать ценность в ресурсы. Если женщина поднимает мужчину с колен через тело, тогда она должна заставить его идти действовать, развиваться в разуме и принести благо. Тогда обмен хороший. Почему, дорогостоящие проститутки имеют деньги? Они умеют конвертировать свою ценность. И они работают на ценность. И когда человек, в принципе, знает свою ценность, ему не надо ходить по куче тренингов. Он знает, что нужно развивать, а что не надо трогать. Части женщин нужно развиваться в управлении. Части в знании, части в любви, части в бизнесе. Но люди это не знают. Соответственно, они блуждают. Всем известная Хакамада. Все же ее знают, да? Ходил на ее выступление, смотрел, рассказывает, я была там, там, там. Суть Хакамаде нужно развиваться в знании. То есть это самая высшая ступень развития человека. А она начала, извините, в бизнесе. Соответственно, жизнь ее проведет через все направления туда, куда нужно. Есть такая штука, предопределенность. Многие наши действия предопределены. Люди думают, у них есть свобода выбора. Мы смотрим графики жизни людей и понимаем, что это такой бред, что как такового выбора нет. И даже если он есть, люди не понимают, в чем заключается выбор. Потому что они не думают в 5D. 5D – это объект, то есть 3D. 4D – это движение. 5-й – это изменение объекта во время движения. Так люди не думают вообще. То есть люди примитивные. И примитивные настолько, что просто иногда это тихий ужас. Так вот, смотрите. Ключ ко всему – ценность. Понимая ценность – правильный обмен. Вы здесь не для любви, вы здесь для обмена. Любовь – это привязка, из-за которой вы не можете избавиться от человека, который должен что-то вам дать, либо с которым происходит обмен. Правильная любовь, она немножко другая, не то, что представляет себе большинство людей. Она намного глубже. Но для большинства людей, к сожалению, она недостижима. Так вот, если мы говорим дальше об обмене, ценность дает правильное понимание и позиционирование себя. Она дает возможность получить здесь все блага и воспользоваться ценностями 21 века, о которых я говорил 3 года тому назад. Время, энергия, возможности. 3 ценности в 21 веке, которые играют значение. Все остальное не играет никакого значения. Соответственно, вы должны быть эффективны, потому что время ограничено. Хотя, опять же, как на время посмотреть? Зная свою ценность, вы сможете растягивать это время. И 20 минут могут превратиться в жизнь. Либо в несколько жизней. И это все работает. И вот, зная ценность, вы сможете управлять своей жизнью в рамках предопределенности. Когда говорят, что человек может выйти за границы, да, он может выйти за границы вертикально. Понимаете, то есть движение идет по вертикали. А дальше все продолжается по горизонтали. То же самое, только другой уровень. Ценность позволяет переходить на более высокие уровни и получать качество. Качество жизни. Поэтому, чем лучше люди понимают свою ценность, тем лучше обмен. Почему я говорю о женщине? В принципе, сейчас от них очень много зависит от этой жизни. С другой стороны, банально моя ценность, да, то есть я знаю, что у меня мышление, которое способно достучаться до женщин. Соответственно, я не работаю с мужчинами, либо работаю с мужчинами, которые имеют определенную специфику.
С мужчинами я разобрался 24 года. Все, не понял. То есть там все просто. Женщины более тонкие механизмы. И от них зависит очень много для мужчин. И когда женщины понимают вот эту свою ценность, в чем она заключается. Ведь надо только правильно использовать то, что есть. Когда янской женщине говорят один юбку длинную, да, все знают, что это накапливает женскую энергию, юбка длинная. Когда говорят янской женщине, ну, хочется сказать, ребята, ну о чем вы говорите? Янская женщина, она всегда янская. У нее всегда агрессия, у нее всегда действие. Юбку-то на нее одень, еще что такое, не будет там той женской энергии. Потому что у нее энергия действия. И ее не надо глушить, эту энергию. Ее нужно просто правильно направить. Тогда будет результат. Поэтому вот очень важно знать эти нюансы, разбираться, и тогда вы сможете качественно жить. Тогда вы сможете помочь своим детям, помочь своему мужу и своим близким. Вы тогда поймете, для чего к вам люди приходят. Понимаете? Зачем они приходят? И тогда вы будете требовать правильную плату. Тогда все будет здорово. Вы будете чувствовать себя гармонично. Вам будет очень хорошо, комфортно, замечательно и не проблемно. Но если обмен будет нарушен, разочарование, унижение, боль, страдание, все, вам гарантировано. Теперь для женщин самый такой важный момент. Решение всех, вот просто, давайте, ладно, о вызовах сначала. Перед женщиной стоят 4 вызова, ну, может даже 5 сказать. Саморазвитие, мужчины, деньги, дети, здоровье. То есть 5 вещей. Решение всех этих вопросов всегда стоит на 3 китах. Просто для себя зафиксируйте. 3 кита. Информация о ситуации, разбор своего прошлого и ценность. Эти 3 кита позволят вам решить любую проблему. Начинайте всегда с прошлого и заканчивайте ценностью. И вы будете счастливы. Все достаточно просто, только на это надо попахать. Чем раньше вы начинаете пахать, тем ценнее ваша жизнь потом. Потому что большинство женщин начинает развиваться когда? После 40. Когда вы... Я говорю о женщине. И тогда ваша ценность падает. С каждым годом она становится ниже, ниже, ниже. И большинство женщин вклинивается в, скажем так, в жизни своих детей и пытается там реализовать то, что они когда-то не сделали. То есть они вторгаются в чужую жизнь и начинают там наводить свои порядки. Это всегда заканчивается плачевно. Поэтому ценность женщины – это ключ. Ничто другое. Если вам не говорят об этом ключе, уходите с тренингов, со всего остального. То есть это не про вас. Это обобщенное знание, которое уже не имеет никакой ценности. Это все пустышка. Вот о чем я хотел сказать. Спасибо.